рейс в честь праздника чистокровного коннозаводства стартует. Достаточно неудачно принимает Хамзат Улубаев и Киану Принц, но Юрий Кулинич дальним полем на Грейшес Гесте вынужден колесить. Ну, посмотрите, как здорово приняла Шанель Барс. В этом смысле она похожа на свою полусестру Ривер Мэджик. И под седлом Рустама Панджокова лидирует по противоположной прямой. Искандер выезжает на второе место. Тут же рядом с ним Бэсбой. На нем Айдамир Шегушев вынужден ехать в посыле. Рядом с ним Руслан Кругухин и Diamond Gold Star. Тут же Лестат и по бровке Хмейер Эмпайр. Остальные отстали, причем похоже, что безнадежно. Скачку ведет Шанель Барс с преимуществом 2,5 корпуса. Бестбой пытается выйти на второе. Тут же ряд с ним Diamond Gold Star и дальним полем Искандер. Хмейер Эмпайр и Лестат пытаются гнаться. Шанель Барс. И тут же к ней подъезжает Бестбой. Между ними остается где-то полкорпуса и выход на финишную прямую. Ну, подваливается Бестбой. Остальные пытаются подъехать. Выход на финишную прямую. Шанель Барс впереди. На втором месте Бестбой. На третьем месте Diamond Gold Star. По бровке бросок делает Тэппи Чербой. Но он далековато. По финишной прямой. Скачку продолжает вести Шанель Барс. И тут же Бестбой. Между ними где-то полкорпуса. Остальные отстают. Да, Шанель Барс удерживает лидерство. Бестбой пытается ее атаковать, но безуспешно. Приближается к финишу Шанель Барс, и Шанель Барс выигрывает первую скачку.